А что найти надо или не скажем? Не с места. Руки за голову, чтобы было видно. Нам нужен главный Махакоя. Мы знаем, что он здесь. Антонио? Я не знаю, где он. Врешь. Ты его жена. Да. Но он мне ничего не рассказывает. Он уже и дома-то не бывает. Антонио, он больной. Больной? Пинчи Путолоко. Он забрал женщин из деревни. Вообще всех. Не знаю, что он будет с ними делать. Где он? Если скажу, что с ним будет? Ничего плохого, клянусь. Мы просто хотим ему помочь. Он нигде не бывает долго. Всегда в пути. Я дам вам его ахенда. Я это и сказала. Я за рулем. Он нам навстречу идет. Его зовут Антонио. Похоже, у него проблемка с коксом. Проблема в том, что у него слишком много кокса. Но мы ему поможем. Скажешь ему это лично. Машина с сигнализацией. Вот он. Боуман скинул файл по Антонио. Да. Мне кажется, в машину стрелять не вариант. Она же может взорваться. Багажник стрелял. Что-нибудь есть на главного поставщика? Его зовут Антонио. Похоже, у него проблемка с коксом. А, нет, ну я думал, ты имеешь в виду машину. Он что, пешком стоит? Он еще слева направо так темнеет. Серьезно? Пристегнитесь. Всю дорогу под коксом. Этот козлина реально нюхает, не попускай. Он постоянно такой упоротый, что и о делах сообщает нам в самый последний момент. А потом этот сраный дрочило срывается, если мы опаздываем к прибытию груза. Ебанутый параноик. Лечиться ему надо, или чтоб кто-нибудь вправил ему мозги. Ладно, чувак, ты погоди. Будем надеяться, что нашего базара он не слышит. Потому как если слышит, он вспылится сильнее, чем если тормозит. Может, ты подбил его машину, и она не обновилась? Если отключить эти антенны, вся их связь полетит к чертям. Там, кстати, стояла его машина, видел? Обугленная. Вот он. Не двигайся. Отвали от меня!
Сука, кто на меня лучше бы он сидел в багажнике. Какой долбанный задрот посмел меня сдать? Ходили к шаману, он раскрыл нам глаза и помог. А я могу это делать? Я не могу это делать. Ну, конечно. Вот мудозвоны. Сам ты такой. Даже если у вас получится найти порошок, хрен он вам достанется. Мои парни готовы вот за него жизни отдать. Хорошо, мы как раз готовы их Антонио, какая радость. Ха, пошла нахер, сука. Хватит заигрывать, сучонок. Какого хрена? Рождество. Не слышал новости? О чем новости? О твоей смерти. Ты умер от передозировки. Вы хотите... Сейчас твои мозги поймают кайф, мудак. Так или иначе. Разве я дала отбой? Продолжай. Сказала же, продолжай. Я не могу. У меня сейчас сердце разорвется. Пожалуйста. Вот именно. Очищай тарелку. Вам нужна Нидия Флорес. Она в Халиско. В Мексике. Санта-Бланка там. Мед производит. Первый шаг к новой жизни – признать, что у тебя проблема. А у тебя, дружочек, охуенно большая проблема. Намат, первичный допрос Антонио закончен. Что у нас есть? Кроме нытья? Вообще все. Главный тайник и перевалочные пункты. Каждый грамм в этой провинции. Похоже, Санта-Бланке грозит реорганизация. Если хотите сжечь тайники Антонио, не стесняйтесь. Но если у вас пока нет настроения, поработать могут и другие. Принято. Если заскучаем, подадим дымовой сигнал. Соседней провинции Куань. Рядышком. Есть доступная миссия, но куда я отправлюсь. Имеется он как раз завершающий у этого босса. Эй, эй, тебе надо успокоиться и говорить медленнее. Они знают, что я с вами говорила. Сухи, да вы меня убили. Ты где? Прячусь в церкви. Но они уже тут ищут меня. Оставайся там, мы идем. У жены Антонио, Габриэллы, проблемы с картелем. Если мы ее вытащим, она, возможно, поможет нам заполнить кое-какие лакуны в наших познаниях.
Господи. Там вертолет, правда.